Привет всем! У нас уже 16 сентября. Прошел небольшой дождик. Грязненько. Сейчас подходила к школе, в которой учится ребенок. И сидят собачки. У нас как в России? У нас стерилизуют и выкидывают. И вот она сидит. Там одна девочка. Она сидит, она прям бедная, несчастная. Худенькая. Я ее позвала, она прям так к рукам подошла, ищет еды. Такая прям тыкается. Ну, жалко их, правда, вообще жалко. Они прям на дороге лежат, прям вообще на дороге. Я зашла, купила такой корм. 600 грамм. Ну, это там три собаки, это им ни о чем, конечно. Сейчас покажу, где они находятся, если они не убежали. Но я думаю, что они еще там. А вот и собакены, которых мы сейчас покормим. Прямо на дороге, обратите внимание, у нас здесь проезжая часть, и вот они лежат. Не знаю, почему они выбрали дорогу. Такие еще бакены, вот эта девочка рыжая, она вообще истощенная. У нее кожа до кости. Пойдем, я тебя покормлю. Ты хотела кушать? Пойдем. Сейчас открою. Ой, мне куда-нибудь отойти от проезжей части. Я им так сейчас рассыплю, чтобы они ели все. Чтоб не грызлись, если будут есть. А у этого чего с морды? Господи, кто тебя так? Это ему, я так понимаю, пережали в детстве мосечку. Они еще и не знают, что такое сухой корм. Ты мой сладкий, такой хороший. Посмотрите, мордочка. Кто-то на ней издевался. Прямо аж такие шрамы остались. Маленькая. Кушай. На, кушай. Это еда. Не ела никогда такое? Две рыженькие и черно-белый мальчик. А девчонки рыжие. Она не знает, что это. Те хрумкают вон вовсю. А это не поймет, что они едят такое, что за фигня такая непонятная. Что скажи, это еда? Это еда? Да, это еда, ну кушай, раз это еда. Да, скелетосы. Скелетосы. Причем собаки такие крупные. Да, такие шугливые такой, черно-белый. Симпатичные собачки все. Но воды вы найдете, у вас лужица есть. Вот это прям страдалица. Представляете, как ей досталось в жизни. Тоже распробовала вкусняшку. Ой, не знаю, насколько это полезный вкусный корм. Ой. Но во всяком случае хоть что-то перекусит. Конечно, им тут пакетище нужен огромный для таких больших собак. Ну, хоть что-нибудь, хоть как-нибудь. Кормите хотя бы таких бездомных животных, когда у вас есть такая возможность. Остановитесь, не проходите мимо.